В этом году мы с друзьями решили слетать в Мексику. Познакомьтесь, это Фил. We're Mexico! А это тюлень. Инфилам ни хенты! Сегодня мы принесем этого петуха в жертву богам! Что вообще вчера было-то, а? Парни, мне очень плохо. Где мой петух? А? Петух? Ты петух, и он петух. Только он мне нужен, а ты нет. Отрежем яйца. Вырежи. Под корень вырежи. Они сбежали. Куда это? Такие дамы семенят своими маленькими ножками. Мы решили поучаствовать в соревнованиях. По виндсерфингу. Мы можем выиграть 100 тысяч долларов. А на эти деньги можно купить и документы, и самолет. Самолет стоит миллионы долларов. Не придирайся к словам. Подскажешь, как зафрашить одного русского мужчину? Брутальный? Очень. Полный. Накачанный. Как я? Нет. Накачанный. Давай определимся. Мы либо тёлок клеим, либо от убийцы скрываемся. Знакомься, это моя давняя знакомая. После того, что между нами было, ты мне все время хочешь делать больно. Ты меня еще ударь. Тебе надо перестать быть такой ветреной. Ну что, пошли спать? Тебе сегодня не стоит оставаться одной. Его-то могут убить. А меня-то могут чпухнуть. Давай пописся, пописилька. Давай. Пописилька на лицо. Вы понимаете, что мне пришлось там пережить? Обманула, обвела, запутала. Что хотела, получила, укутала. Ну расскажи, ну, какой он? Ты, наверное, невероятно счастлива. Девушки бывают разные. Черные, белые, красные. Но все маги на хочется. На что-нибудь заморочиться. Ты просто считаешь меня непривлекательной, да? Непривлекательной? Ты себя в зеркало, ты видела, непривлекательно? Ты ж страшная, ты на мужика похожа. Добрый день. Мы бы хотели у вас работать. Эта работа – наша общая мечта с 9 класса. Сиськи накачала, наела. Вот сквозное, чё, вот. А чё такое? Это Мантурыч сам. Подъем! Поросенок! Простите, пожалуйста, я с этими погонями реально не высыпаюсь, правда?